Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами я, Олександр Тущенко. Наша тема сьогодні – найновіші методи пограбувань, як захистити майно та які гаджети допоможуть посилити безпеку. Сьогодні про це розмовляємо із Сергієм Ковалевським, засновником Центру безпеки «Замок Укр». Доброго дня. Здравствуйте. Я знаю, що у вас більше 10 років досвіду у цій сфері. Да. І от моє запитання, як взагалі можна захистити своє майно? Защитити своє имущество нужно в першу чергу механічними средствами безпечності. Это различные замки и системы, которые должны запирать механические помещения. То есть, в первую очередь, хорошие двери, хорошие замки. И как дополнение может быть уже сама система охранная, то есть электронная система безопасности, сама сигнализация, которая дополнит этот перечень безопасности. То есть, это те гаджеты, которыми можно обеспечить безопасность? Да, все верно. Які б ви порадили, тобто, як людям вибирати ці замки, яким чином вони працюють? В першу чергу, потрібно звертатися до професіоналів, тобто не потрібно йти на ринок, або в якийсь торговий центр, де продаються будівельні матеріали, в тому числі замки. Тобто там, як правило, елементи, ну, вони низького качества, низької безпеки, тобто вони такі дуже обивательські і мало захисних свойств з них. Угу. Люди, коли їх покупають, дуже, як би, ну, к себя, грубо говоря, подвергает опасности. Вот один из замков, который я могу показать, то есть он спокойно продается во многих местах доступных, он довольно-таки бюджетный, он не сертифицирован в Европе, то есть он произведен в Китае, и за счет этого очень легко его открыть. То есть вот человек, вы, к примеру, уходите на работу, вы закрыли своим ключом оригинальным, все нормально, думаете, что все хорошо, такой прикольный ключ, а приходит любой человек, даже, в принципе, там, чуть ли не бабушка может вот такую штуку купить, и они легко в интернете. Это штука для... Да, открытие замков, то есть она легко в интернете продается, даже в Украине уже продается, и в интернет-магазинах. Просто человек вставляет ее, открывает, заходит, берет, что ему нужно, и бывают даже случаи такие, что закрывает. А потом люди приходят и не понимают, где ее ноутбук, где что-то еще, что произошло. Не бы то и закрыто. Да. И это все, ну, это основная причина, это как бы люди покупают некачественные, нехорошие замки, нехорошие двери, которые также можно, если обойдя замок, можно легко открыть. То есть и на этом очень как бы не стоит экономить, потому что это такая инвестиция в безопасность, которая хватает там на десятки лет, то есть потратив нормальные деньги, можно проинвестировать в свою безопасность, в свое помещение на десятки лет. А яким чином можна отримати консультацію щодо посилення безпеки вдома і в офісі? І чи для кожного ви підбираєте індивідуальні комплекти? Да, они индивидуальны, потому что нужно смотреть, во-первых, от задачи. Это может быть частный дом, это может быть квартира, это может быть какой-то склад, к примеру. То есть разные типы замков, разные механизмы, и нужно понимать, какая дверь. То есть, и даже, грубо говоря, при таком оснащении, то есть в таком замке, если поменять эту сердцевину, которая находится здесь, это уже значительно увеличит безопасность. Плюс там есть некоторые вещи, такие как бронированные накладки, которые защищают, закрывают замок. То есть это все как бы тюнинг, который можно осуществить на существующей двери. И в 90% случаев у нас в Украине и в Днепре хорошие двери стоят у людей, но замки такие очень простые, либо старые, которые устаревшие, либо бюджетные, которые легко открываются. Поэтому достаточно поменять там комплект замков фактически, и уже там вряд ли кто сможет пробраться там быстро. То есть такая штука уже не спрацует, как вы показывали? Да, да. Уже нужно будет там резать, сверлить, пилить и так далее. То есть есть такие, ну, допустим, вот даже вот эти покажу. То есть такой же вроде ключ, но немцы производят, он сертифицированный, он там максимально защищен от и вскрытия отмычками, и сверления, пиления там и так далее. И такие замки даже профессионалу, то есть как, ну, вот я открытие замков занимаюсь, даже если мне придется, там люди потеряют ключ или там сломают замок, если придется открывать, это уйдет там полчаса, может час целый, то есть это долго, и грабители обычно такой не идут. Они ищут вот такие замки, которые легко открыли, зашли, взяли, что им там понравилось и ушли. Куплені на ринку десь. Так, да, да. Ну, тому що їх 90% у нас у людей стоїть. Зайти в будь-яку 9-этажку можна знайти такі замки прості. І люди ж всі ліниві. Ну, тобто ніхто не хоче там цілий час колупатися. І вийде, не вийде, непонятно, з хорошою дверью, з хорошим замком. Або пойти там к другому сусіду з таким простим замком, який легко відкриє. Ще я знаю, що ви член Української локмайстер федерації, так? Так, да, да, все вірно. І скажіть, будь ласка, як багато локмайстрів у Дніпрі?
Чи важливо спілкуватися із фахівцями у цій сфері? Очень желательно общаться с такими людьми, потому что уровень, ну там идет обучение внутреннее, там уровень общения между профессионалами, которые хотят развиваться в первую очередь. То есть специалистов в Днепре, которые занимаются подобным видом деятельности, ну в Днепре и в Украине много, но желание развиваться, допустим, по Локмастер Федерации, в Украине там около 120 человек всего лишь. То есть там в этой сфере работает, наверное, 1000 человек, но они как там вошли в профессию, как начали чем-то заниматься, вот на том же месте, на том же уровне там знаний, умений и так далее остаются. А что значит развиваться, куда далее можно? Тобто ты все знаешь, нібито? Не, ну все знать невозможно. Появляются новые механизмы, появляются новые методы защиты, появляются, обсуждаются вот методики. Потому что я, как и мои коллеги, часто выезжают на случаи, когда людей вскрыли дверь. И мы, бывает, обсуждаем какие-то сложные ситуации, как это могло произойти, что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность конкретному клиенту, объекту и так далее. То есть и как бы белая сторона все время там улучшается, появляются какие-то новые интересные замки, какие-то способы защиты механической, но черная сторона тоже работает, и вот такие штуки, которые там сейчас можно купить в интернете легко, 5 лет назад было довольно-таки сложно, или их не было вообще, или сложно было купить. То есть это постоянная гонка вооружений, когда белая и черная сторона как бы воюют между собой. Кто-то придумывает новые защитные системы, которые там усовершенствуют, защищают, кто-то придумывает, как их открывать. Да. А скажіть, будь ласка, якими мають бути надійні двері і чи українські технології відрізняються від європейських? І як вони відрізняються? Технологія відрізняється, культура производства відрізняється, але потрібно розуміти, що у нас ринок дверей, вони дуже мощні, люблять багато сталі. Це одна з причин, тому що доволі-таки багато грабежей там було. І так произошло, что люди ментально вот хотят за такой дверью огромной быть. В Европе намного меньше двери, ну, по толщине, там, по количеству металла, замков там, и так далее. Но самое главное, что они сертифицированы, то есть их специальные лаборатории банковского оборудования их тестируют, то есть скрывают, ломают, режут там, и так далее. И там вот такое как бы нехорошие штуки не продаются просто-напросто. Потому что это там уголовная ответственность в Европе, если такое кто-то завезет и будет продавать. То есть продается только сертифицированные, допустим, как вот эти немецкие продукты. И они соответствуют определенному уровню защиты, определенному классу безопасности и так далее. И нужно понимать, что в Европе еще есть такая штука, как страховка. И страховые компании заинтересованы, чтобы у человека был определенный набор вещей, которые защищают его помещение. То есть, и в том числе хорошие двери, сертифицированные замки и сигнализация. Тогда они будут страховать помещение. То есть, а там культура такая, что в основном все страхуют помещения свои, в том числе от грабежа. То есть поэтому там максимально со всех сторон оно закутано и закрыто и так далее. Поэтому и грабежей намного меньше, потому что их сложнее сделать. Ну и правопорядок работает, то есть правоохранительные органы намного лучше, как бы правильнее. Поэтому это все в комплексе работает, в итоге дает результат. То есть не важно, насколько толстые двери, важно, насколько надежный сам замок. И в том числе да, но опять-таки, если поставить даже самые классные там вот эти хоть 4 замка на какую-нибудь там стеклянную дверь или деревянную, это не спасет. Поэтому должен быть баланс, то есть должна быть нормальная дверь, но замки должны соответствовать уровню двери. То есть если у вас будет супер толстая металлическая дверь, там не знаю, сейф, к примеру, вот у вас банковский сейф, но вы поставили вот такой замок. Ну, смысла никакого не будет, то есть вы как бы эту банковскую дверь легко откроете, этим как бы, каким-то инструментом кто-то сможет открыть, потому что защиты никакой не будет. Я знаю, нещодавно така ситуація відбулася у Дніпрі. Турист з Одеси застряг у вбиральні і не міг вийти саме через замка, який не відчинявся. Які у вас бували такі випадки і взагалі як би ви порадили людям, які от опинились в такій ситуації? Что делать дальше? Дальше нужно звонить, ну то есть в интернете можно найти службу по открытию замков. И может же человек в общественном месте попасть в такую ситуацию, может и дома попасть. Бывают люди, когда дома находятся, они просто прикрывают, ну заходят в ванную, в туалет, закрывают за собой дверь, прикрывают, и замок заклинивает, ломается и все. Поэтому в первую очередь нужно обязательно телефон носить с собой, ну то есть в любом месте, или дверь как бы не прикрывать. То есть не пробовать самому что-то? Как правило, ну ничего не получится. Ну представьте, там девушка с маленьким ребенком дома находится, допустим, она там пошла там, в душ, к примеру, и там дверь сломалась.
Но какая вероятность, что она сломает эту дверь? Ну, довольно-таки небольшая. А вот если у нее был бы телефон, она вызвала кого-нибудь из родственников или вызвала там специалиста, который может открыть дверь, тогда быстрее это было бы. Ну, то есть, и вероятность больше, и все остальное. У вас такие випадки бывали? От, да. Які такі яскраві, те, що ви запам'ятали, що справді було, ну, врятувало людину? Бувають такі случаї, коли становиться людям плохо. То есть, когда реально сердце там болит, допустим, и он, человек не может там до лекарств добраться или там какие-то еще ситуации, он, опять-таки, телефон спасает. Телефон звонит родственнику, родственник, допустим, приезжает с ключами, но у нас любят в СНГ очень сильно ночные задвижки, засовы, которые закрываются, снаружи не открываются. И пожилые люди особенно любят ими как бы грешить и постоянно закрываться даже там днем и так далее. И вот бывает человеку плохо, человек, родственник приехал с ключами, он как бы открывает эту дверь, но не может полноценно помочь человеку, потому что засов снутри закрытый. Угу. Приходится его открывать. Бывает такое, что уже и скорая стоит, и нужно как бы максимально быстро помочь. То есть такие ситуации как бы постоянно бывают, и фактически от приезда мастера и от скорости открытия зависит как бы и жизнь человека. Ну вот была какая-то такая ситуация, что вы приехали, можете рассказать детально, тобто... Да, ну, я могу рассказать, что такое часто с пожилыми людьми происходит. Там, ну, бабушка вот недавно, даже на прошлой неделе была, когда действительно ей стало плохо, она внутри помещения находилась, она позвонила дочке, дочка приехала с ключами, она как бы не может открыть, потому что снутри засовом закрыто. И она как бы вызвала меня, ну, то есть какие-то услуги ранее оказывал по замкам, по установке, по открытию. И как бы приехал, быстро все открыл, как бы, ну, помогли и так далее. Хорошо, когда это просто какой-то небольшой приступ, когда есть время, когда, ну, человеку можно помочь. А когда человеку действительно очень плохо, и у него там считанные минуты, вот это бывает, ну, как бы страшная ситуация. А насправді, як, от ви кажете, що можна у вас вибирати замки, а можна десь на ринку, і тобто воно не відповідає гарантіям, стандартам. Бували такі випадки, що люди вибирали десь на ринку і все рівно до них пробиралися якимсь чином злодії там. Может, вы чули какие-то такие выпадки? Нет, бывают у нас такие клиенты, что приходят, мы просчитываем определенный там комплекс, они там, мы там выезжаем на объект, смотрим его двери, рассказываем, что вот это нужно поставить, потому что, и рассчитываем какую-то смету. Человек говорит, очень дорого, не могу, не хочу, там чего-то там переубедили. Он идет, говорит, на рынке там в 3 раза дешевле. Идет на рынок, покупает что-то, и к нему потом приходят эти негодяи, гости, и там все переворачивают, и он уже прибегает в слезах и говорит, я все... Вас. Да, ко мне прибегает и говорит, я все готов потратить, то есть любые как бы деньги, и спасите, помогите, не хочу, чтобы больше когда-то повторилось, потому что при... На рубеже происходит не то, что там что-то там украдут. Самое страшное это то, что там все поломают, перевернут. И какой-то, вот представьте, человек, он не, ну, может, спидозный какой-то человек, может, еще какие-то вещи. Угу. И он покопался во всех ваших вещах. Он ничего не взял, но он покопался, перевернул, поломал. Вообще, может, и зачинив за собой, и ты не знаешь, что. Да, там. И вот это чувство людей, люди некоторые даже квартиры меняют и дома, потому что они могут находиться, у них страх происходит. Потому что кто-то, какой-то негодяй здесь побывал, все перевернул, поломал там. То есть, может быть, даже ничего не взял. Искал там деньги какие-то, денег не было там. Бывает, они даже не забирают какие-то там ноутбуки, чего-то, какую-то технику, боятся, потому что могут их потом поймать. А ищут какие-то деньги, золото, которые, ну, легче намного избавиться от него. Ну, у вас от зараз є якісь замки. Можете про них розказати, як вони діють і взагалі, наскільки вони безпечні? Есть пару типов замков, да, вот этот первый, который я рассказал, что он, в принципе, как пример то, что ненадежности и опасности, наоборот, то есть не стоит как бы идти на небольшую цену, то есть стоит... Сколько виндейс коштует? Так. Вот этот механизм, допустим, гривен 300 может стоить, и сам замок еще 300, то есть... Гривен 600. Гривен 600, да. Если говорить про какие-то сертифицированные хорошие замки, там немцы, австрийцы и так далее, то есть они начинаются там от 2-3 тысяч гривен. То есть значительно выше, но не только в плане безопасности еще, ну то есть этот замок-то может год прослужить и заклинит в ненужный момент. Вам надо будет в отпуск уезжать, а он заклинит, там не выпустит вас, и были такие тоже ситуации, когда людям нужно быстро ехать в аэропорт уже, а у них дверь не открывается. Да, и люди говорят, у меня там через 2 часа уже самолет, давайте быстрее, за полчаса надо приехать, открыться, сделать.
То есть бывают страшные как бы ситуации, да, ну, разные такие вот моменты. И если вернуться к замкам, то есть вот пару, это просто как принципы типа. То есть то, что современное, интересное, самое инновационное, то, что стремится к всему этому, это вот такие замки, у которых нету замочной скважины. То есть а как вы надеетесь? Они действуют, можно со смартфона его открывать-закрывать, можно с такого брелка, допустим, его открывать-закрывать. К примеру, там дети или няня, кто-то, можно просто отдавать брелочек. А вы можете... подходишь и... Да, подходите, ну, как бы вот закрываете его там, открываете его. Вот я его нажимаю «Открыть». Mm-hmm. То есть mm-hmm. Он может быть там врезным, то есть спрятанным в двери, может быть накладным, как этот, к примеру, тип. То есть вы еще видите события, когда кто-то заходил. То есть пришел ребенок 2 часа дня, вы видите, что он там по своему телефону, по приложению, что когда кто пришел. То есть, вот, ну, то есть вы можете ограничивать доступ. Еще интересная вещь, как, допустим, нужно кому-то доступ, там, теще дать, допустим, на выходные. Вы там в приложении нажали, там, дали доступ, и она там на выходные может прийти. Прямо у приложения можно? Да, да. Вот, ну, как бы, вот такие вещи, они очень интересные. Есть там биометрические датчики, то есть к этому замку можно привязать такой датчик, когда вы палец будете прикладывать, там отпечаток пальца будет считываться, и он будет открываться. Тобто цей датчик ніяк не обманеш? Нет. Ну, он как бы отдельный, ну, представьте, грубо говоря, что пульт, просто здесь не кнопки стоят, а датчик. То есть если правильный отпечаток пальца подложили, то он будет работать. И там даже не проходят такие вещи, как можно там переснять палец там, и так далее. Угу. Там должен быть пульс, он еще пульс меряет. Еще и пульс. Да, то есть температура, он меряет температуру, чтобы теплый палец был, и пульс, ну, чтобы удары там были. Тогда он как бы открывает. То есть три вещи, которые должны совпасть, тогда он откроет как бы это все. А другой замок? Второй замок интересен больше для каких-то складских помещений, либо там датчик, к примеру. То есть у него есть автономная сигнализация с батарейками внутри, которые находятся. Если кто-то попытается его там скрывать, бить, ломать, как-то что-то делать, он начинает кричать. То есть мы вот, у нас есть ключ интересный тоже, кстати, защищенный очень от вскрытия. Мы его вставляем, закрываем замок. Он дал сигнал, что он встал на охрану. Если он встал на охрану, то есть если попытается кто-то бить, ломать, там, сверлить, отжимать дверь, там, а и так далее. А вы пробовали такую штучку, как вы показали? Не поможет. То есть тут как бы максимально он тут хорошо защищенный. То есть, и если будет пытаться там вскрыть, он начнет кричать. Сейчас я продемонстрирую это. То есть вот так он будет кричать, и в принципе очень слышно его. И батарейки рассчитаны на сутки, то есть он будет долго кричать. Основной момент в том, что он просто человека спугнет. То есть, который будет пытаться что-то там манипулировать как-то инструментом, отмычками, там, ломать, сверлить там, и так далее, он просто спугнет, и, скорее всего, он просто убежит, и все. Он дальше не продолжит это действие делать. А як зараз от попитом користуються саме такий вид захисту в Дніпрі, в області? Взагалі, як люди, підприємства, може, частіше звертаються, ніж раніше? К сожалению, люди в основном обращаются тогда, когда у них уже гром грянул, то есть, когда что-то произошло. Либо звонят и говорят, у меня сегодня там за ночь 3 квартиры в подъезде обокрали, я не хочу быть четвертым. Вот так до вас приходят и говорят? Да, да, вот так вот приходят и говорят, да. Потому что говорят там, вот, ну особенно летом, ну как бы сейчас уже фактически конец сезона, когда люди отдыхают. Но когда люди отдыхают, они бывают уезжают там целыми этажами фактически. Кто-то на дачу, кто-то на отдых едет. И... нехорошие люди, они как бы проверяют это, видят все по определенным вещам, как бы метки там ставят, смотрят окна, когда светятся, не светятся. И когда они это видят, то есть они, ну, больше вероятно, что они туда полезут. Потому что им как бы, ну, не так страшно, если там кто-то сосед там придет, грубо говоря. И вот они залазят туда и делают. Ну, это вы зараз принесли два таких зразка. Есть же их набагато більше, да, правильно да, розумію? Да. Які ще є такі моменти, які є замки, які справді захистять на все 100%. Те, что у вас. Да, первое, что нужно обращать внимание, но вот еще есть один стенд, который демонстрирует такую штуку, как мастер-система, за которую хочу рассказать. Ну и самое главное еще, что у него есть ключи, которые очень высокозащищенные. То есть такой дубликат ключа, к примеру, невозможно сделать там по фотографии, либо в любой мастерской, в которую можно пойти. То есть у него есть специальная пластиковая карта отдельно, как ID-карта, как паспорт фактически человека, которая фактически является паспортом для ключа. То есть вы, когда покупаете механизм, у вас есть комплект ключей и эта карта.
и только по ней вы можете делать дубликаты. То есть, что это значит? Если у вас там в руках очутится вот такой ключ, вы легко можете пойти там за 5 минут сделать в мастерской ключ, дубликат. Дубликат. Да. И бывал, был такой недавно, кстати, случай в новостях по Украине, что девушку уволили, а она сделала дубликат ключа, пришла ночью, открыла дверь, забрала 1,5 миллиона гривен в кассе и ушла. Просто там камеры стояли, и она как бы молодец, она сама это пошла делать. То есть не кого-то там подговорила, она сама. Поэтому ее поймали, и как бы, ну, это большая радость для вот организации, которая ее поймала, потому что камеры стояли, потому что она сама, ну, по глупости своей пошла. То есть как можно было защититься? Просто можно было хороший замок поставить, который невозможно дубликат ключа сделать. Это одна и та же из безопасности. Представьте, вот вы на работе приходите, вы положили там связку ключей там на рабочий стол. Кто-то может недобросовестно взять, сфотографировать его, пойти в мастерскую, сделать дубликат ключа и все. Тобто це часто трапляється. Дякую вам, Сергій, за таку цікаву інформацію. А я нагадаю, що ми сьогодні розмовляли із Сергієм Ковалевським, засновником Центру безпеки «Замок УКР», про найновіші методи пограбування та як захистити майно та які гаджети допоможуть посилити безпеку. Дякую за увагу і до нових зустрічей.